Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также и котя-охотница на кабанов. Никакая я не охотница на кабанов, я люблю животных и даже кабанчика милого убивать не буду никогда, понял? И сегодня мы находимся там, где когда тебе хочется скушать котлетки или какие-то пельмешки, недостаточно просто пойти в магаз и купить мясо. Надо пойти в лес и зарубить. Кого? Кого-кого? Корову! Сегодня мы находимся там, где дома на стенах висят совершенно не картины, а оленьи рога, а на полу не ковры, а шкура мертвого медведя. Кошмар какой, я не пойду туда! И сегодня мы находимся там, где у каждой семьи в квартире должно обязательно лежать ружье. Для безопасности. Тогда я поняла, где мы находимся. Это Адыгейск. Помню, я была лет 10 назад там. На улицу не выйти, тебя медведи окружат, утки на тебя накакают, осы на тебя нападут, и все, реально там хоть отбивайся, все равно тебе не выжить. Поэтому я теперь понимаю адыгейские семьи. Не зря у них ружье реально лежит. Поэтому приезжаешь в Адыгейск, бери с собой оружие, обязательно. Ну, по рассказам Кати, у вас там адыгейчане очень страшно. Но зато, с другой стороны, у них всегда есть свежее мясо. Если они каждый день там уток фигачат, кабанов и свинюх. Придем к вам? На свежие пельмешки получается. А вот пельмешки я люблю, кстати, люблю. Ну, деревня в небе у нас уже была. Деревня под водой у нас тоже вроде была. Деревня под землей у нас была. А сейчас у нас какая деревня получается? В тумане? Я смею предположить, что да, иначе я вообще здесь ничего не вижу за этим туманом. В какую сторону-то пойдем? А ты что, попроще-то у меня спроси, я откуда могу знать, в какую сторону нам сейчас вот это с тобой пойти? Деревня же вообще где угодно может находиться. Ну давай пошли вот сюда, проверим. Ты что, уже в охотника решил поиграть? Ты зачем курочку убил? Чтобы мясо было, лишняя курятина 100% никогда не будет сушкать. Я не знаю, куда нам бежать. Там не... тут лиса, смотри, лиса какая-то лиса ходит. Давай, делови ее за хвост, а я побежал тогда в эту сторону. Слушай, я тебе вообще предлагаю тогда разделиться. Я вот куда-то сюда побегу, а ты давай в другую сторону, потому что мы с тобой так никогда в жизни деревню найти не сможем, а? Мне кажется, мы уже заблудились, и лучше нам с тобой не разделяться. Иначе я еще тебя потеряю, и что ты будешь делать об этой серии без меня, а? Вот как ты без меня? Ой. Олень. Смотри, не спугни его. Пошли. Ты смотри, смотри, как прыг. Ой, это, господи, как прыгнул-то так. Давай, Паш, еще один какой-то олень. Слушай, Кать, мы вообще, мы заблудились. С самого начала заблудились. Главное, оленьи рога. Не трогай деревню, я вижу деревню. Где? Вот, вот дом, вот. А что, реально? Да, господи, отсюда ничего не видно. Тут уже видно. Так, вот ты, Катюха, прям молодец настоящий. Я тебе так скажу. Эта деревня какая-то с самого начала не очень приветливая. С чего ты так решил? Ну подумаешь, туман, ну погода плохая. Да при чем тут туман? Крест стоит посередине грядок с пшеницей вот этой. Погоди, ну вдруг, ну как бы, ну домашнее кладбище, нормальное, зато рядом, никуда ходить не надо. Так, ладно, я тебе предлагаю сразу, здесь мы-то уже с тобой 100% не потеряемся. Так, ты тогда давай вот в этот дом, а я пойду чуть-чуть подальше и посмотрю, что находится вот здесь. Слушай, а вот реально, а чё туман-то такой? Никогда же такого тумана не было. Так, здесь, ага. У меня тыквы обычные в сундуке, а у тебя? У меня тыквенный пирог. Зато ну, полезно. Зато полезно, хотя бы что-то полезнее. Так, страшно. Ой, как страшно, всякие привидения. Привидения! Так, у меня тоже тыквенный пирог, 16 кусков. Так, пошли дальше, давай. Я думаю, мы обязательно должны что-то найти интересное, поэтому ты давай иди в кузницу, я вот в этот дом, и смотрим, что там. Не одни же тыквенные пироги сегодня кушать. Только далеко от меня, пожалуйста, не отходи. Слушай, а я, походу, начал понимать, что это за шайтан-машина. Это они, наверное, еще деревню после этого, после Хэллоуина еще не очистили, потому что практически в каждом доме вот эти привидения какие-то висят.
Слушай, ну тогда они какие-то лентяи получаются, раз деревню до сих пор после праздника не убрали. Ну да, уже полмесяца почти прошло. Короче, я нашел 26 яблок, или нет, там пару яблок было, и нашел газовую гранату какую-то. А я вот смотри, противогаз нашла, там две штуки было, поэтому давай напяливай на себя. Господи, мать моя женщина! О, кстати, мне кажется, или с тобой лучше видно? Может, туман какой-то ядовитый, что ли, я не понимаю. Может, для него нам противогаз надо надевать? Или смотри, или вот, газовые гранаты я как раз-таки нашел, и что? Ну и зачем ты её сейчас кинул? Ну, чтобы противогаз протестировать, работает он или нет. Ой, вообще, вообще нифига не видно. Опять Кать какую-то фигню натворила, честное слово, тебе дай только что-то в руки. Так, иди в другой дом, я проверю, а здесь ничего нет, здесь даже сундука нет. Так, пошли в другой дом, давай. Давай, давай, побежали. Так, давай, ты налево, я направо, обыскиваю, быстро. Давай, давай, быстро. Не, я тебе говорю, это точно что-то после Хэллоуина осталось, прям 100%. Пукалка! Какая? Иди сюда, тут какая-то пукалка и какое-то колечко с копи-шорт. Не знаю, что это подожди, такое. Подожди, пацана, ты с копи-шорт. У меня тут тоже есть пукалка и тоже есть колечко. Забирай эту шайтан-машину и сюда ко мне иди. Давай. А что за колечко-то? Я не шарю. Заходи в верстак и соединяй, это прицел. Так, подожди, верстак. Ага, ставим пукалку, колечко. А, вон оно что, ну все понятно. Ну ладно, раз у нас такие крутые пукалки есть, то я думаю, что нам реально надо выходить на охоту. Я чур уток убиваю. Ага, а 10 минут назад чё говорила? То, что ни одну уточку не тронет, ни одну курочку не убьет, ни одного оленя не подстрелит. А сейчас смотри, уже охотница какая жесткая, да, получается? Ну раз бог Майнкрафта говорит, что мы сегодня с тобой охотники, значит надо ответствовать. Охотником. Ага. Давай, заходи вот в дом и смотри, это вроде последний... Медведь! Кого? Там медведь! Какой медведь в доме? Ты чё, ненормальный? Там медведь! Да ладно! Катюха, надевай противогаз! Прямо сейчас и валим отсюда! Куда-то давай в дом! Вот сюда! Маленький! Сюда давай запихивайся! Налево! Я бегу! Давай! Дверь! Медведь! Так, погоди. В Адыгейске! В дом зашел! В окно, смотри, он пучит. Тебе чё надо там, мать моя женщина? Так, подожди, это, конечно, все хорошо, но патронов-то у нас нет. Мы пукалки нашли, а как медведя-то зарубасосить? Так, подожди, нужен план. Так, нам надо дальше идти искать патроны, они по-любому должны быть. Короче, план. Ты отвлекай медведя, а я сейчас побегу в тот дом, в котором он находился. Возможно, там будут патроны. Я его курочкой отвлеку, которую ты убил. Давай. Вот видишь, вот и пригодилось. Я тебе сразу вначале говорил. Держи газовую гранату. Противогаз, главное, надевай. Я побежал в дом. Мишка, курочку лови. Курочку. Господи. Так. Закрываем огромнейший сундук. И в сундуке, как я ожидал... Патроны! Так, ты держи. Эти патроны тебе, а вот эти патроны мне. Перезарядочка. Ну что, иди убивай медведя, ты же мужик, а не я же буду убивать медведя. Я вон максимум курочку, уточку могу убить, а ты медведя. А чё я-то? Пойдём вместе тогда его кокнем. Бери пукалку в руки и выходи. Всё я. Как медведя убить, так сразу и я. Как домой хавчик принести, я хотел сказать, жену накормить. Упаси Господь, не говори такие вещи, ну. В смысле, девушку, ты фигню сейчас... Закрой ты уже дверь, а! Девушку накорми, так сразу пойди, так сразу медведя убей. Ну, если мы сегодня в Адыгейске, или как этот город называется, значит, пора становиться охотником! Па! Разочек и... Па! Ну, вроде все, запердохал. Ты же мой охотник. Правда, он курочку успел слопать, но хотя какая разница получается, да? Да, уже на эту курочку пофиг уже, если честно. Ну, получается тогда все.
Медведя убили, город спасли, можно и сваливать с этого туманного Адыгейска. Ну слушай, я тебя прекрасно понимаю, одного медведя убить — это уже целое искусство, поэтому да, я думаю, мы все с тобой уже решили на сегодня. Да тем более, как бы ночь-то наступает, что нам ловить-то, да? Все сейчас, наверное, домой вот это попрячутся, будут лежать дома, отдыхать, очень все хорошо. Я тебе честно скажу, я больше никаких медведей убивать вам совершенно не хочу, поэтому я тебе предлагаю вообще свалить отсюда. Да я тоже так считаю, пойдем отсюда домой сейчас, вон тыквенный пирожок с тобой покушаем. Подожди, а мы в этой башне были, что за башня? Да нет, вроде не были. Дай посрать, были там, не были, какая разница, все, отправляемся туда, откуда мы пришли, главное не потеряться в этом тумане, да плюс к этому всему еще и ночь как... Че ты там говоришь? А ты это сейчас видела? Кого? Чупакабру, которая у меня перед лицом сейчас пролетела и туда куда-то улетела, в туман. Чего? Вот это чупакабра, что ли? Да тебе показалось, вот она на месте валяется, вот висит. Да не это чупакабра, ты чупакабра, а другая чупакабра, которая в воздухе вот здесь пролетела и вот туда улетела. Это ты, чупакабра, здесь никого не прилетало. Че, медведя убил? Все, совсем кукуха поехала, что ли? Пошли. Я чё сказал-то? Мы с тобой отправляемся туда, откуда мы пришли, а пришли мы вроде где-то оттуда с той стороны, да? Пошли. И на всякий случай я тебя всё же попрошу, смотри по сторонам, пожалуйста. Я теперь всегда смотрю по сторонам, а то я это, к мистерам Криперам уже научилась. Ага. Из-за этого тумана я днём ничего не видела, сейчас ночью мы с тобой отправляемся до... Ты это видел? Какая-то чупакабра только что в воздухе пролетела перед твоим лицом. Какая-то чупакабра только что пролетела перед моим лицом. А я тебе что говорил? Только что было то же самое. Вот возле колодца у меня тоже какая-то чупакабра перед лицом пролетела. Сейчас ты-то мне веришь? Так, планы меняются, разворачиваемся. И походу мы здесь еще остаемся, потому что я боюсь дальше идти. Куда мы остаемся? Подожди, сваливаем сейчас или дожидаемся утра и потом сваливаем? Я тебе предлагаю вот в этот дом спрятаться, заклеить все окна, закрыть двери, забаррикадироваться и утра дождаться, а потом уже свалим из этого города, хорошо? Я вот ночью сейчас вообще никуда не пойду. Закрой уши! Чё? Закрой уши! Закрыла! В дом! В дом! Давай! Быстро, 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 быстро! Господи, еще одну вонючку кину! Заходи, давай в дом! Натягивай противогаз! Противогаз натягивай! Да зачем противогаз? Что опять? Потому что это чупакабра у нас за окном летает! Посмотри! То есть нам не показалось, да? Это не кукуха после медведя поехала? Ну кукуха у нас как бы давным-давно уже, наверное, поехала после стольких серий Майнкрафта, но... Ну то, что это настоящий привидение какое-то, это факт! Кошмар какой! А что нам теперь делать? Походу и свалить мы не сможем, и переночевать мы здесь нормально не сможем. У тебя сколько патронов осталось? Нормально, еще 60 штук. Ну тогда нам, походу, придется выходить на улицу и отбиваться, Катюх! Ну все, давай, ты медведя убил, а я пойду убивать привидение. Я готова, я должна пожертвовать собой. Так, все, хорошо, ладно, я пошла. Просто выхожу, просто стреляю. И на, собака, на тебе, получай, на, убивайся, ёпарасы ты. Чё-то, у меня патроны кончаются уже. Ну конечно, мы с тобой тупо, да, так, сейчас, подожди, мы еще раз сейчас выйдем. Так это же привидение! Патроны вообще мимо него пролетают! Как мы хотим его убить? Какие-то тупые идеи предлагаешь, честное слово. А зачем нам тогда эти пукалки положили-то? Вообще они же бесполезные! Фу, выкину! Ну, чтобы походу медведя убить. Но никто, наверное, не рассчитывал на то, что в этом городе охотники походу не на медведей, а на привидений, Катюх. Погоди, это же такой-то, это же фильм такой был, сериал там. И там, кстати, были совсем другие пукалки. Там были, Кать, не автоматы, там были специальные оружия, которые специально убивают всех привидений. Автоматами ты никого убить не сможешь. А что, если мы с тобой отправимся в ту башню? Ту
башню, которую мы видели в самом начале, перед тем, как хотели свалить с этого города. Возможно, действительно, Катюха, противогаз напяливай. Возможно, что ты будешь делать? Мы сегодня не обычными охотниками должны быть, а охотниками на привидений. Так, давай, 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 за мной, за мной, за мной. А ты как бы в небо посмотри, то, что здесь не одно привидение! Перес, это быстрее, быстрее туда забегаем! Давай в башню, давай заходи! Что ты медленная-то такая? Давай быстрее! Да это противогаз мешает! Все, снимай давай противогаз и наверх... Я шандарахнулся на верхний этаж, есть там что-то поле... Ой. Слушай... А походу наши догадки о том, что мы все же сегодня охотники на привидения, реально действительные, это правдоподобные. Это что получается? Это получается... Ой, Бостгастерс, наоборот же Госбастерс. Я тупая, господи. Это я знаю, кстати. Ты костюм, я вообще не понял, что ты сейчас сказал. Костюм давай напяливай! Нас же просто хотят привидения съесть, мы же можем попеть, да, Катя? Давай, заново запускай шарманку. Ghostbusters, я готова. А в сундучке у нас с тобой, Катюха, лазерный бластер. Ну вот, но это уже прям очень сильно похоже на призрачное оружие, или как это правильно назвать. Точно не автоматом их убивать надо было. Я не знаю, но давай бери, реально, автоматом же ты, как ты автоматом призрака убьешь? А вот это его, ты посмотри на эту шайтан-машину, ты реально выглядишь как настоящий охотник на призраков. Так то все, мы сейчас вообще просто убедим и кокнем погнали, я уже ничего не боюсь в этой жизни. Так, а как эта пуколка-то работает, сейчас подожди. Ага, а правая кнопка? Лови! Нет, только не меня! Ай! Ты меня отравил! А вот это реально уже больше похоже на то, что мы с тобой, Катюха, сможем кокнуть всех призраков. На улицу выходи, начинай всех пердохать! Ну чё, призраки, готовы с нами поиграть, а? Думаете, мы вас боимся теперь? Да, боимся. Ну ладно. Тогда я сам! Да! Ты мне будешь помогать, Катя, или да нет? Да все, давай, давай, помогаю! Только я нифига не попадаю, а так все хорошо! На! На! Давай, Кать, заряженный удар в него! И на, получай! И заряжаемся, и еще выстрел! Ты это видела сейчас? Он кокнулся? Он взорвался просто в зеленую жижу какую-то! Это я его так кокнула! Это я его так кокнула! Это ты его кокнула! Этого я сейчас кокнул! Да! 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 Давай тогда не расслабляться, не расслабляться! Давай, давай вот этого стреляй, в этого стреляй! И... на! Еще один! Все, нет, еще! Кокайся, кокайся, не просыпай! Во, все! Госбастерс! Ядрить, колотить! Давай, заряженный выстрел! Одного кокну! Второго кокну! Нифига, они взрываются, пипец! Так, а я кого-нибудь убью сегодня! Двоих! Сразу двоих убила! Так, отлично, нифига их много, у меня уже кончаются патроны! Киньте, нечистая сила, перезарядка! На! Все? Или еще есть кто-то? Последний, вижу последнего! Последний, давай заряженный выстрел, и еще один! И один! На! Все! Это последний был? Надеюсь, это был последний. Не, ну ты видел, как мы их туда-сюда, одного налево, другого направо, вот так вот заряжаем, и такие в них... Фу, ой! Ну ты понял, короче. Город от медведя спасли, спасли. От призраков спасли, спасли. Еще бы туман бы этот развеялся, было бы вообще шикарно. Так, я тебе предлагаю все же, мы эту броньку как бы стебзили, пушки стебзили, вот этих привидений убили, надо, наверное, обратно вернуть. Как думаешь?
Я думаю, надо вернуть обратно, потому что мало ли кто сюда еще загрянет, а? Пусть да. им пригодится тоже. Давай все пушки выставляй, выкладывай его туда. Ага, и патроны тоже. В следующий раз, когда бог Майнкрафта будет говорить то, что сегодня мы с тобой станем охотниками, давай мы в следующий раз уточним у него хотя бы, какими охотниками мы станем. А то мы думали охотниками на уток, а мы охотниками вот на вот этих, на привидений ста... Шо, кто там? Миш, прости, пожалуйста, за брата твоего. Мы не хотели. Это бог Майнкрафта виноват. Это он нам неправильно все сказал. Мы пойдем, хорошо? Мы перепутали. Он сказал охотники, но мы не сказали. Слушай, держи тыквенный пирог и сваливай вот это. И морковку держи. И яблоко держи. От греха подальше. Накормите свою семью, а? Устройте поминки, похороны. Все, извиняемся. Все, пожалуйста, валим отсюда. Пожалуйста, уходим. Ненавижу туман, Кать, просто ненавижу!